За 4 месяца этого года в Ростовской области в ходе проверочных мероприятий выявили почти 3000 случаев нарушений условий хранения и использования оружия. Чтобы избежать опасных инцидентов, сегодня в правительстве состоялось заседание круглого стола по актуальным вопросам совершенствования правоприменительной практики в сфере оборота оружия. Но, безусловно, эту тему нельзя оставлять без внимания. И поэтому мы сегодня обсуждаем с представителями и Росгвардии по Ростовской области, и представителями органов внутренних дел практические аспекты этой темы. В ходе заседания напомнили, что в Ростовской области реализуется программа по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Там можно избежать уголовной ответственности и еще получить вознаграждение.